Всем привет, дорогие друзья мои, подруги, и с вами, как всегда, Черный Нуар. Да, с вами, как всегда, Алекс, но это теперь смотри, какой у меня персонаж, а? Да, купил, да, действительно, посмотри, он весь черный, это просто имба. Алекса никуда не дел, конечно, Алекс тоже имбовейший персонаж, просто имбовейший. И мало того, у него есть саморез в начале, что очень-очень хорошо. Но поиграем этим, я-то хочу попробовать поиграть, конечно, на Вондал пошли, вот у меня есть какие-то ключики, кстати, если что, круиз-терминал, где-то что-то доберемся, и, по-моему, там еще какой-то ящик, ключ от ящика, не знаю, от ключей надо избавляться, потому что очень много, и очень-очень ненужных ключей, вот. Поэтому вот так вот пойдем, полутаем, посмотрим на этого персонажа. Мне кажется, он вообще имбовейший. Просто красота. Он весь черный, я проверил, он не светится абсолютно. И в темных участках это его просто заметить нереально даже. Что-то не понял, у нас два темных нуара. Не темный нуар. Вроде обычный. А, вот темный нуар, да, есть еще один. А, выглядит офигенно, да? Так, а где мы резнулись? Подожди, мне круиз-терминал надо. Круиз-терминал вот здесь есть. И я им скажу, что есть ключ. Я сказал, что есть ключ. А, он вообще молчит. Офигеть, он совсем темный. Он совсем темный, он совсем молчит. Он ничего не говорит. Ну, это имба, конечно. Не ранили, ничего не будет говорить. Но я думаю, они поняли, что у меня есть оттуда ключики, и я хочу там подлутаться, если честно. Но только б не шумели они так. Но тут не шуметь, наверное, не... Бля. Не шуметь, наверное, не получится, да? Вот, а потом к круизу-терминалу пойдем тогда. Ну, такой план. Что-то граната как будто бы пищала здесь. Вообще, последнее время что-то со звуками, ну, явно не то, ребят. Явно не то. Надо ждать пятый сезон. Пятый сезон будет совсем скоро. Конечно, и Алекс, катки с Алексом еще будут в ДМЗ до пятого сезона. Очень интересные. Очень привлекательные. Очень привлекательные. Да, тут через стул вообще все стреляется. То есть он пробивается на ура. Посмотрим, что в сейфе. Мне так или иначе надо лутать. Ну, как надо лутать? Мне-то, в принципе, вообще похер уже, что лутать, что не лутать. Ну? Да нихера здесь нету. Я бы, если бы знал бы... Я бы не ждал бы, если честно. Я бы не ждал бы. А что, ребята со мной не идут? У меня есть ключ. Ультра-1, похоже, в этом районе все тихо. Ну да. Ну да. Это хорошо, это радует. Значит, челиков здесь нет. Да это ничего, 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 ничего. Я пройду дальше. Я прямо к круиз-терминалу. Я открою его тихонько. Правда, с первой бронькой. Блин. Ребята, быстрее. Очень медленные, ребята. А, подожди, это помещение на... Ёб твою налево, бля. Ребята, ну можно быстрее. Ну чё вы... Блин, ёлы-пал. Пожалуйста. Здесь где-то комнатка эта. Ну, ребята такие немного. У меня же нету. Иди ты нахер. Я хочу глянуть, что в этой комнате. О, это то, что надо. Это то, что надо. А шкафчики не лутаются. Чё ты взял? Блять, как он зашел?
где эти ребята-то, а? Блять, ну это просто жесть, ну это просто жесть, ну вы можете сюда прийти-то, ёб твою, налево-то. Ох ты, ёб твою налево, это жесть, насколько они, конечно, тугие бывают. Ну иди же резни, ну куда ты убежал, боже, что это за команда? Чувак не медик, нифига, ну хорошо, хоть не залутал меня. Блин, ну говорю же, ну идите сюда. Куда вы пошли в круиз-терминал, в обычную этот, в обычную эту херню? Вот зачем вы этих ботов раздразнили там? Мне плашечки надо. Хер тебе, а не плашечки. Зато этот успел пролутаться здесь, понимаешь? Блять. Зато он успел пролутаться, понимаешь? Хорошо, хоть саморез взял. Ну, но успел пролутаться, зато поднять не. Блять, ты задал. Нормально. Нормально. И все мигает в двери. Здесь двери даже нету. Почему вот это мигает, вот эти вот ноги? Саморез просрал, а? Все. ЗВБ не потратил на него, а? Дайте посмотрю, что здесь есть. Уведомление менеджера. Это что такое? А нахер мне надо это? Так, контр БПЛА есть. И все получается. Плашечка есть, да? Ему нужна реанимация. Ну, я иду. Это черная пантера здесь откисла. Можно было жилет медика взять, конечно. Но надо этого. Можно закрыть двери? Везде пооткрывали двери. Вообще просто как играть? Если ребята вообще идут не туда и вообще непонятно, что делать. И боты, посмотри как, да? Двери открывают, как будто бы так и надо здесь все. Ну это жесть, конечно. Когда такие вот и... Опа! Два слитка золота, блю! Мне выйти хочется уже, а хер тебе, а не слиток, понял? Ты не резать шел меня. Пропуск цитадели, да нахер надо, в принципе. Плашечку возьми, средний рюкзак. Ну что ты повис? Возьми средний рюкзак и плашечку. Ну блин, чё с игрой не так? Чё она виснет, бля? Нельзя, блядь, нажать и взять средний рюкзак. Вот, еще плашечка. Они, посмотри, только лутаться могут. Саморез, слава богу. А с такими игроками надо пару саморезов брать, если честно. И вот и тут тоже, конечно, такие все. Так, отмечу им. А что ты набрал вот это? Ты мне скажи. А еще здесь посмотрю. Вдруг будет саморез. Опа, ключ какой-то. Сумку для ремонта под городскими улицами. Я не знаю, где это. Так, от радиации мне не надо. Че, забрали, не? Не забрали, ладно. Я пару раз дам знать, знаешь, что здесь броня на три пластины есть. На три. Я пометил уже несколько раз, блядь. Саморез. Посмотри, у одного только есть. Вот еще один саморез. Они нихера даже облутать не могут, блин. Ну, иногда тут, знаешь, как семью не выбирают, так и здесь. Он без плашечек бегает. Все нормально. Все нормально. Сейчас на магазин захочет. Да, где у нас тут магазин? Вот, купить плашечек, да? ППЛА возьму. Ультрамин рядом с вами, исполнитель. Ему нужна медпомощь. Это где? Где рядом с нами?
Где рядом с нами исполнитель? Вопрос. Они на выход собрались? Ладно, я тоже все. С этими рандомами мы поиграли. Я не хочу рисковать двумя центнерами золота. Вот, потому что жабу с ними делать, если они интуитивно не понимают. Понимаешь? Не понимают. Вообще не понимают то, что я говорю им, показываю. У меня ключ светится, когда я показываю. Если не понимают, то увы. Я думаю, бэбку здесь экономить, конечно, на этих делах не стоит. Опа. Здесь еще шприц-пистолет, еще плашечка. И давай глянем сразу. Он уже на эвакуации. Я здесь никого не вижу. Двумя этими я рисковать не буду. Тем более, ну, игроки такое сидел. Нахер ты выпрыгнул? У нас 5 секунд. Выпрыгнул он за ботами. Где ты, блядь? Чудовище ты. Да, это, блядь, не то слово. Чудовище. А, самореза нету у меня, да? Не, есть, на. У кого не, а у тебя нету, у черной пантеры нет. Так, быстренько справились, 2 слитка золота. Ну, хотя они уже, в принципе, дети, задание я уже забыл. Оружейный шкаф, это не тот, это какие-то улучшения. Все, так, подожди. Где здесь? А, вот, слитки золота, со слитками золота все. Видеокарту одну надо. И получается 4. 4 черепа надо. Хотя черепа, по-моему, на прошлой катке было 2, ладно. Так, ну чё, добро пожаловать на вондель наш. У меня где-то, кстати, универсальный ключ был, но я его берегу. В принципе, он то открыть может все, вдруг что-то надо будет. О, круиз-терминал. Круиз-терминал, я не выкинул, не понял. Не понял, а где мое оружие? Ты, соска! А где мое оружие? Броня есть, все. Ёб твою, оно исчезло? Блядь, я ненавижу эту игру. Ну что это за говно? Я и скажу, что есть ключ. Тайник, ключ открывающий... А, офис, подожди, открывающий тайник для контрабанды. Не-не-не, отбой. Отбой, отбой, нет у меня, я где-то его просрал, ключ, я не выкладывал его. Ну у кого ключ от цитадели, ну? Что ты патроны скидываешь? Ключ от цитадели у кого? Я спрашиваю. Боже, блядь, это Белоснежка, я тебе говорю. Она, по-моему, туповатая немножко. Супергерой это. Ты не супергерой, брат, хоть? Нет? Ну, слава богу. Не, слава богу, что ты не супергерой. Что ты делаешь? Ультра-1, мы заметили рост активности в вашем районе. Бля, понятно. Короче, я играю в соло, наверное. Я всех убил, всех зачистил. Я пошел по курткам тогда шмонать. Да сейчас, подожди, посмотрю, что в этих есть. О! Какой-то ключ выпал. С приоритетной целью. Забирайте из него все. Ну это боты. Да-да-да, ты по трупу. Короче, я предлагаю валить отсюда. Контр-беспилотник включили. Вот туда к напарнику. Понял. А чё альт там? Союзник переходит в другой отряд. А вот и супер.
Это мой, но я сам. Но я его вижу. Ультразвук исполнитель рядом с вами нуждается в медпомощи. Запрашиваем новых участников команды. Подождите. Я вижу, где она бегает. Кто-то бегает еще. Или это звуки такие? Хер его знает. Так, что здесь? Блять, ну ёб твою налево. Ну вот же, вот. Я ж говорю, что-то со звуками, с игрой вообще. Спасибо. Это, походу, наш бегал где-то. Слушай, а что это? Что за ключ? Спасибо. Fire Depp, короче, открывающий. Нет, кто-то бегает еще, лол. Бля, это бот. Вообще по звукам, конечно, я ориентироваться не могу уже. Потерялся, значит, здесь полностью. А, у нас опять один игрок. А, ему жопа, что ли? Ёб твою налево. А чё это ушла? Вот же броня есть. Бронежилет на 3 пластины. Куча броньки. Ключ открывающий. О! Так, а ну... нахер, короче. Я знаю, куда надо идти. Мне на сцену надо идти. Выступать! Ключ от сценической сумки находится здесь. Транспорт. Ультра-1, к вам идет подкрепление противника. Транспорт находится здесь, короче. Вот такая вот. Если не открыли ее, я ее открою и выйду тогда. Потому что оно вот так нереально. Опять пролагивает, а? Почему пролагивает так? Ультра-1, активность противника умеет. Ой, боже мой. Лиар, No Hero, короче, я не знаю. Таймер операции быстро и мощно. Это у меня, она просто в цитадель хочет захватить. А чё ты прыгаешь, а? Попрыгунчик ты. Блин, ну я и с таким оружием поиграю. Ладно, моё пропало. Мое пропало оружие. Поедем на сценическую сумку. О, броню взяла. Поздравляю. Блин, аплодисменты не включены у меня. Такая функция есть тут на этой, на консоли стриминга. Включаешь и аплодисменты. Вот. Я бы похлопал. Да, где-то стреляются здесь прям. Блять, это как ты меня так нокнула? Когда я отбежал уже от тебя? Да, 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 крутые, конечно, блять, машина взорвалась, блять, упала на меня, крутые ребята. Крутые просто до ужаса. Я же говорил, что вот это такое говно, я просто отбегать от нее начал, пострелял, отбежал, она взяла, взорвалась, бахнула меня. Хер знает где просто. Ну чё ж, добро пожаловать в DMZ. Третья каточка вот. От той каточки у меня, конечно, жопа сгорела от рандомов. Чё-то я не понял. Я тут с другом играю, вот, с товарищем подписчиком. О, а ну, есть скинчик? Нет, не видно.
Может, это у меня просто что-то не загрузилось, а так это нет. Офигеть. Вот у него я вижу скин, вот у этого. Ага. А я в обычном бегаю или как? Или меня вообще не видно? Нет, в обычном. Охереть. Вот вам и черная пантера. А у меня скин видно? Ну, крысы, да. Я его за 10 рублей словил на пантере. Да я понял, что за 10 рублей теперь все скины тут. Нет, странно, почему не вижу. Я еще когда к тебе в профиль заходил, думаю, оригинальный, нет. Что-то не увидел скина даже в профиле. Ну, странно. У тебя жопа сгорела от рандомов. Так, особо важная да, цель. Тебе надо какие-нибудь задания делать там? Мне уже, если честно, нихера не надо. Только скрипки там, всякую херню, и то поскольку. Тип. Семтексом взорвал. А он тоже нокнутый лежит, Семтексом. Вот он. Сейчас. Нелли, вот он. Ага. Что-то я не понял. Он меня Семтексом что ли нокнул? Да, наверное, Семтексом. Что у него тут есть? У него лохман есть, 762. М4. Если надо, то забирай. Да не, нахер надо. А что он тут делал, интересно? Ты что, кибежит? Так, покоцал броню. Разбил. Которые можно тратить на снаряжение и модификации. Еще один, последний на мне. Один нокнутый. Угу, красава. Так, и дурец от тебя. Да. Нормально получилось так, чего? Нормально так. У них там броники на 3 там есть, что. Да, сейчас облутаем. Главное, чтобы не поднял никто. Он поднял, короче. Вот на 3 броник, бери быстрее. Там лутаю. Так. Ключ какой-то, броня. Ну ёлки-палки. Чё, поподнимали? Ладно, пошли в цитадель. Так, офигеть, до цитадели не доплыли то, да, получается, мы чуть-чуть. Не успею, слишком большие цитадели, конечно. Средний рюкзак, если нужен, бери. Средний рюкзачок. Так, средний рюкзачок взяли. А что за скинчик у тебя? Ну, этот Rose 3.0, типа, как его называют. Но если его не видно, нихера, это вообще плачевно. О, подожди. Ну-ка, повернись-ка. Во, вот сейчас видно. Вот сейчас я увидел его. Сейчас вертолетик добьем. Сейчас не стреляй, пусть поближе подлетит. Все. Нас обнаружили. Да, меня тоже. Дрон прилетел вот отсюда, вот со стадиона. Где-то там, может быть.
Так, где-то летит, летят пульки где-то. Где-то пульки летят. Ай-яй-яй-яй, да, да. Снайпер с этого, с БПЛ, сейчас навечу, вот. Красная метка. Да, я уже увидел. Саморезы нету, ёлки. Сейчас еще метку на него отправлю. Вот, красная метка. Угу. Я с тобой иду. Сейчас, подожди, не лучшее время то. Ультра-1, активность противника в вашем районе умеренная. Я под обстрелом! Да. Будьте на чеку. Да ладно, хер с ними, короче. Так, а вот наш ящик, да? Ну что, идем за ящиком тогда. Да за жабой, может. Можем вот контракт взять на ходу. Да, давай, чё хочешь, то бери. Сейчас я лашечками заправлюсь. Сейчас плашечками заправимся. Какой запретная зона? Это боты или кто там? Да, походу. Ого, ёптвоя. Я вас не ждал. Так, ну что здесь? Какой-то ключ. Еще ключ, еще ключ. Секретные документы. Иди лутай, тут вон секретные документы, ключи какие-то, какая-то херня. Мне не надо она. Эй, лохматик, заберу отсюда вообще. Так, а где мародер за нами охотился? Выкинул ящик с патронами и не могу пополнить их. Нормально. А, такое бывает, так что не расстраивайся. Ну я еще выкинул его, конечно. Здесь ящик с боеприпасами. Вот еще один. На. О, патроны дюпнем как раз. Блин, а я не помню, где мы возле какой трубы убивали. А, вот. Вот. Так, я его убил, сейчас посмотрю. Череп, да, есть, ага. Вот череп. МБПЛА я возьму. О, мне только череп тут надо, еще М4 есть. Пятиобвесная. Жетон вот еще есть. Ой-ой-ой, вот это М-ка так. Я лучше со своего. У тебя плашечки есть вообще? Нет, ни одной. Есть ящик с броней. А, так ты поставил его, потому что возле его класса и сидеть могут. Так, сейчас я заряжусь. По-моему, вызвали. Ну, там уже наши где-то бегают. Нет, нашего замочили игроки. Ага. Он со щитом. Все, он умер. Ультра-1 это Ультра-1, ваш отряд рассеян. Вместе ваши шансы на выход. Ультра-1. О,
боты. Куча ботов. Ультра-1, активность в вашем районе растет. Будьте внимательны. Так, я резну этого челика. Ага, хорошо. Да, ёлы-палы. Спасибо. Да не за что. Этого я замочил. Так вот, это ж наш. Он лежит. А, где? Не, я вот этого вот. А, понял. Броник на 3. Да никому не возьмёшь. Надо уже. Эту каточку? Ну, выложу, да, к вондалу, там у меня есть две катки, вот эту тоже, только обрежу ее немного, чтобы покороче было. Вот, а дальше без записи куда хочешь можем сходить, у меня еще полчаса времени есть.